Да, ну конечно. Две недели с топором в голове катаешься. Нет, ну это знаю. О чем это говорит? Сингл, да, пока что слабенький. Ты говоришь, что все люди банды, блядь. Зачем? Не, я не знаю, просто люди сумасшедшие. Так, у вас какие правила? Просто в легонечку поселить. А, даже без шлюмов смотри. Артем. А, кстати, да, чего шлема? Простите. Ты не обои. Нас разговаривали. Стеганешь? Без шлемов. А легонечку договаривались, нет? Легонечку. Как только варежки одевают, начинают друг друга сильно пить. Вот все. А вот я не говорю, вот я вам показываю. А мы сильно изменяем на кулаках? Да, я не хочу. Так просто выглядит. Артем, давай сами хотя беремся. Уже 4 года прошло, как я тебя спрашиваю, или 3. Мы дрались вообще. Мы несколько лет назад дрались, давай сейчас. Нет, если там мы говорим. О, блин, я же Дима ждет, Дима. Все, я понял. Я сейчас 2 минутки пойду. Когда тебе 18 понадобится? Через 2 года. Да я не знаю, на зеленой территории не заходите, Макс. Не вокруг, просто время, да, согласен, да. Иди вперед, смотри, видишь, летит тебя, встречает. Что ты на месте стоишь? Максим, он думает, он удар выдержит, он так перекрывается. Никита тебя еще не атаковал, он пока нормально там. Но уже пристрелял. Вы устали, что ли, парень? Макс, ты что выдержишь? Уже все. Как бы ассортимент, у вас такой арсенал всяких движух, да, поприкольнее такое. Да. Стойку поменяй, Никитас, стойку поменяй, да? Да, 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 да. Он чуть пах его не зарядил, наверное, хотел ему по паху ударить. Поменяй стойку. Мне неудобно в этой стойке. Да, но ты в этой стойке зайдешь ему за левую руку. Ты в этой стойке, ага, раз поменял. А теперь ты можешь в этой стойке, да, за другую руку зайти. Поставиться за него. А, ну баднул, да, тоже нормально. Давай. А комбёхами... Свои запутался. Комбёхами можете? Комбо. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну типа того, да. Фаталити там. Давай. Потом задышал. Максим, перетерпи. Блин, а вы можете с такой же скоростухой, как вы на улице, только не в голову, по корпусу, так как вот дрались бы на улице, попробуйте, покажите, мне просто интересно. Если все в полную силу? Да. Вы не в голову, как на улице, подрались, вот сымитируйте, только не в голову. Да не в голову, не в голову. По корпусу, там да хорош, Артем, да хорош, ты хорош, ты чё? Мне некуда. Начнем с этого, голову, если бы мы стояли на улице. Ну вот, представьте, вот так стояли бы. Не, ну как бы, как вы себя повели бы, да, вот схлёп, погоди, стой, сейчас отыграем, вот вы стоите разговор, вот я отхожу, рукой машу и прям начинаете ебашиться, блядь, только не в голову, вот условно, кто-то, знаешь? Как в будке телефонные это есть, ну, там, но здесь такой другой момент, здесь вы заряжены, фактически вы, знаете, можно раскачать тихо, он такой, знаешь, кто-то говорит, слышь, пидорас, блядь, я что-то тебя не понял, вот только слово пошло, не понял уже похуй, только если обращается к кому-то или слышит, там кто-то кому-то, да ёб твою мать. Вот только это слово за сколько оно, блядь, завершилось, вы осознали, что происходит, надо ебашить сразу. Потому что, во-первых, в одном случае сомнения есть в мужской ориентации, это, блядь, тоже большая проблема, кто там на кого посылать, а в другом случае жестче оскорбление матери. Это... Но в данном случае мы никто не говорит, вы понимаете, да, что. Есть вариант просто так, типа. Да, может быть, да. То есть вот. Условно, вот этот момент, только чик, вспышка, и вы должны не так фиг, а прям бам! Все, спокойно, прям вот мы стоим по спокойчику. Не там не полный, так, средний. Нет, давай нормалек, да, прям нормалек. Это вам хватит там 30 секунд, чтобы понять. Ладно. И поехали. Прям пошел, прям сразу давай, прям сразу. Ярость выкиньте, конечно, выкиньте. Эх, Никит, я могу забью. Сразу, Максим, давай, связками. Нет, забиваю. Нет, удары плотнее. Макс, пах, не бей. Давай, не обращай внимания. Чё, слушайте, говорят. Давай, всё. Максим, не принимай удары, бля, это на принимающий удар. Можете зайти, пожалуйста? Уличные драки не в основном. Вот побились сразу, как бы. Потянемся.
Там перетекать надо иногда. А еще, если больше 5 секунд, это уже долго. То есть на самом деле там очень все быстро заканчивается. Не хочешь объяснять? Ну я участвовал в схватках, мы дрались по несколько дней. То есть, например, школа. После школы деремся, ничего не решилось, следующий опять будем драться. 100%. То есть там, блядь, вообще жестко было. Много часов, представляешь, они где же люди много часов. Там веранда, блядь, хрупкаешь по крови. Это 9-я школа была, а веранда, детский садик, где сейчас, кажется, госнадконтроль или что-то такое находится, организация. Вот да. Там две веранды, одна для взрослых, а другая для, ну, до 9 класса, и 9-й, 11 класс там. Давай, 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 без отдыха, вот он прям летит. Это как штурмовой, да, бой, забивает. Да, пофигу, не бросай, не бросай, не бросай, не надо, не надо. С боков. Максим кол несколько раз, да, он туда заряжал? Постоянно туда. А знаешь почему? Потому что Никитос пригибается, а Максу надо пониже закинуть. Да и другой момент. Опять, Никита, нормально все? Да. Привет, знаешь как? Стой. Вот сейчас, стоп. Сейчас ляжь на вот так сядь, тут просто надо пятками. Либо кто-то пробил, либо такая, знаешь, так вот отдохни. Можно потом, да, отдохнешь про это. Вот так проскакать. И кульки. Смотри, Максим, иди сюда, пожалуйста. Просто когда вы варишь, здесь невозможно сделать такие интересные штуки. Сейчас просто покажу. Без варишек, без перчаток мы можем делать вот сюда. Как бы раз. Как бы я прыгаю. Точечный, точечный удар. А варишек это тяжело сделать. Потому что сама рука нам даст возможность. А что, как мне тебе драться, я руку не чувствую. Да хорош, ты что? И вот интересные такие моменты есть, когда я... Ну, ему, чтобы честно тоже было. Да. Я не говорю, что ему по этому попал, честно. Же. Вы сможете, ты уже ударил его, да. В лучшем драке тяжело прочитать. Но если у вас, вы укрепили свои пальцы, просто понимание вот этот момент, как бы тактика, да, поведение, то, в принципе, это сразу драка может закончить, когда там... Все, это минимум жертв. Не будет разбитых носов, не будет сломанного. Все, пошел. Да. Кульки, по яйцам не бей. По яйцам не бей, случайно. Не бей, конечно. Я тебе хочу корпус, у меня получается, что она туда залетает. Артем, как учеба? Нормально. Ну, нравится? Да. Нет? Вот видишь, я тебе бью в корпус, ты своей рукой, ты ее вниз, ну так опять твоишь. Я не бью ее вниз. Она тебе в яйца пролетает. А вот там ты учишься, есть ли? Вот такие моменты я вывожу. А когда ты прям реально... Даже вот, который Данил направляешь. Я хочу вот снизу, знаете, а так получается. Ну, так получается. Но если я тебе направлю, я все равно это говорю. Вот такие моменты я молчу, потому что как раз так рыжий Данил, когда он прям тебе направлен, что я тебе поэтому... Мне кажется, я про них все не направлен, я каждый раз буду. Колистеник, Данил. Не, это не знаю, но вот Данил вот этот вот, Брюханов, по-моему. Вот он там, да. Ибо он перемещается, но сейчас зайдет. Я не знаю. Третий, наверное. А так вообще как контингент, люди, учителя, ну что, отношение не стало как детям, да, по-моему, относительно? Да. Стипендия 150 рублей. О, нормально, Леша. Можно шоколад, можно Маше подарок какой-нибудь купить. Ну, это происходит, что ты хорошо учишься. Тильный подарок. Подбочил. Самое главное, не подводи ни себя, ни свою. Вот. Знаешь, как это, когда в детстве читаешь, как ты читаешь, как ты читаешь, как ты читаешь, Все, парни, все, всем здравия. Долго мнетесь, долго. Кто из вас больше всего устал, Никит? Не знаю. Ты или Максим? Вот кто больше устал, остановитесь. Дайте Сергею Сергеевичу с вами руками помахать, возможно. Я еще могу. Можешь еще? Серег, не хотят с тобой, опасный ты соперник. Нормально все, Серег? Да? Ну а вот сейчас, погоди, тебе два, смотри, боевика каких. Хотя, кстати, с Артемом все время я прям под рекомом. То есть я... Ну, сегодня физуху поделал, сегодня ты еще. После ночной смены еще. Да, вот так, смены. А сейчас же все, начались у меня завтрашний день. День, ночь отцепнули, ночь отцепнули, и так. До золотого выхода, да? 4 смены, а потом, когда золотой выходит, 28 числа первая смена.
будете жить до 7, а до 9, а я до 9 буду на корпоративе. Угу. А потом заступаешь? Потом к 9 заступаю. То есть не в 7, а в 9. А как он после операции? Нормально все будет? Он все равно не ударил, что он будет. А. Подвинься. Слишком вы прете друг на друга, ну пофинтуйте, поиграйте, да, да, с обходами, походите. Я прям в бороду в моменте. Бах, бах. Че, Макс, все? Бах, блин, в бороду. Все? Серег, с Никитой, Никит, в перчатках пока, или это, Серег. Да, я готов. Да? Серег, по минутку, ради Сергея Сергеевича. Никита, только сильно не бей его, пожалуйста, ладно? Он, ну, вернее, как это, вы там сами договоритесь, поймете. Про Сергея Сергеевича у нас, ну, помощник Николая Алексеевича, чтобы по связи с общественностью, чтобы он вас не представлял с разбитой бородой, чтобы и не было никого злобинки никакой. Максим, у тебя как с учебой? У тебя какой сейчас курс? Пятый? Последний? Третий. А, третий? Последний. Последний. Потом труды? Никто, у тебя второй, да? А? Никита, у тебя второй? Да, третий. А, тоже третий? Я тоже последний? Да. Нет. У меня еще год. Два. Ага. Следующий и следующий. Максим, ну а ты что думаешь, жизнь-то взрослая, она это потянет по всяким взрослым делам? Ты задумался об этом? Что после учебы-то что будешь делать? Служба, не служба там, нет, не думаешь? Ну, скорее всего, в армию сначала. Я бы тебе советовал не шугаться, не это, служить спокойно. Я особо не загадывал, как получится. Потому что в современных реалиях все-таки будет приветствоваться наличие военного этого, что, ну, ты не человек не заболеванием, понимаешь, да? Хуй знает, как там получится, может, он пригодится. А продумать вариант, чтобы тебе, будучи молодым отцом, еще как бы здесь, где-то вот у нас в области понаходиться, это намного интереснее. Я, конечно, ни в коем случае не говорю, что там куда-то прилететь за границу, там что-то там стрелять в кого-то. Нет, это не надо. Если позовут, это другое дело. А сейчас надо тебе спокойно рядом с семьей быть. Но я надеюсь, ты все-таки, ну, будешь порядочным отцом, семьянином, мужчиной. Надеюсь и даже уверен. Потому что не зря же наблюдаем, да, там, сколько, 4 года наблюдая за вашим ростом, взрослением. И очень хочется верить, что все будет так и хорошо. Сейчас, погоди. Ты понаблюдай, что он, этот, как они с Сергеем Сергеевичем здесь это выковыривают, да, плясточку отплясывают. Серега, видишь, у него техника такая, он, да, он попетлять любит, повинтить. Тихо, спокойно. А то они сейчас подумают, это гонг прозвучал. Стоп. Серый, аккуратно, да. Чуть-чуть бы ты поднял бы прям сантиметров на 5 и попал бы Никите в бороду. Никто не будет здесь упал. Ну, падать навряд ли бы, там Никита бы увернулся. Вот, Серый, хорошо, Никитос тоже. Поделайте прямые боковые связки, простые. Два прямых, левый, правый, боковиночку там какую-нибудь, да. Через руку можно. Такой дальний, аккуратно, Серый, аккуратно. Бэкфист. Вот Виртухан делает, Серега, он просто, или Никита, вот сейчас, если вы будете делать и не посмотрите, вы можете друг другу в пятак попасть. Бэкфист? Да. Ну, обратно, когда, да, или вертушка там можно сделать. Вот, да, типа, Серый, ну, сейчас ногу... Тихо. А ритм поменьше сделай, Серый, поменьше. Давай, еще одну минутку, поменьше ритм. Пусть, смотри, пусть Никита пробивает, идет, а ты попробуй больше в защиту уходить. Не дергайся, просто перетерпеть. Ритм поменьше. Все, собрался. Раз, два, три. Молодец. Здесь тебе сейчас надо включить выживание. Представь, что у Никиты это две колотухи, килограмм по 100, которые сейчас будет накидывать. Тебе надо просто перетерпеть. И постарайся, да, постарайся посвиливать. Поуходить, понырять, на сближение поуходить. Давай, поехали. 5, 4, собери, Серый. 3, 2, 1. Тебе надо вообще в максимально спокойном режиме. Понеслась. Дыши носом вдох, ртом выдох, Серый. Не щеркайся, не шугайся, перетерпи. Минуты всего продержать надо. Двигайся, уходи. Не принимай, да, не принимай удар, а поуходи вокруг него. Тихо, давай, пофигу, да. Сам не атакуй, но делай сбивки. Вот подошел он чуть ближе, сбивай его. Давай, терпи. 2-3 сделал, отскочил. 2-3 сделал, подскочил, да.
спиной не поворачивайся, Серый, спиной не поворачивайся, подзабьет. Давай, давай, 30 секунд еще. Двигайся, Серый, дыши, не обращай внимания, удар. Как бы, знаешь, он тоже бьет, он тоже устает. Пусть не так сильно, когда кому прилетает, но устает. Серый, дыхание, дыхание. 20 секунд. Ртом не дыши. Взрывайся. Ртом не дыши. Ртом не дыши, Серый. Носом вдох. Свиливай, свиливай, уходи. Да, вот этот маятниковое движение повеляй. Да, 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 да. А? Ну, типа, да, когда там... Тайс есть, четко делают, блин, реально четко. Ну там у них нервная система зато. Они там деньги, блядь, Максим, за это получают, что бьют людей. Или ММА-цы, да, там насколько круто там происходит. О, Конор. Штукенцы. Конор, когда Хабиба проиграл, он за проигрыш больше получил, чем Хабиб за победу. За выигрыш, да. Ну, Конор, он, видишь, он раскрутил просто. Это проект офигенный был. Который... А сейчас он все. Сейчас пиздец, Конор. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, да-да-да, 2, 1, стоп! Молодцы, хорошо, да, хорошо, хорошо. С учетом того, что Серега там практически два раза Никита старше, да, то молодец. Ну, Лив, два, ну да, Никита, сколько лет, 16? 18, ё-моё, ну нет, Серега прям на пару лет, он был бы старше, два, чё, Макс, со мной? Так, а давай, давай. Давай на кулаках, давай на ладонь. Давай на щелбанах, Максимка. Давай на щелбанах. Блин, вот знаете, как бывает, парняги приезжают, ну вот молодежи нежелательно, хотя у нее можно посмотреть, но не получается смотреть. Мне интересно подраться реально, кто либо много, когда человек после меня соперников, либо когда очередно, либо сразу куча, либо когда сильнее изначально по параметрам по ТТХ. Это наоборот польза. У Никиты, например, сейчас он понимал, что серьба Сергея Сергеевича ему тяжеловато, и он сам технически всякие штуки делал, но тоже не вкладывался особо. Сереге было тяжело, потому что моложе Никита, пободрее, ему он получает от Никиты как бы информацию, да, как подвигаться. Тебе бы со мной, например, можно было бы попробовать тоже перетерпеть эту... Я воспитан так на штурм, то есть у меня все воспитание вот на храпом, все вот... Даже когда эмоциональное общение, даже когда я со своими подругами, там, ну, любимыми, родными общался с девчатами, я как бы всегда, у меня общение было такое, как, ну, такой эмоции, так, оп, что, милая, пойдем посмотрим в театре какое-нибудь представление. То есть я не давал шанса подумать. В сражении такая же тема, я стараюсь не дать возможности подумать, просчитать. А у тебя как опыт получить, как с таким подраться, это было бы хорошо. Давай. Да, да страшно. Да хорош. Макс, братан, я тебе отвечаю, я к тебе отношусь по-братски. Тем более с учетом того, что не будем в гол. Я тебе даже слово дам. Одна треть скорости. Да, с этого. Несколько раз ты накидывал, да. Там бэкфист мне залетел один. Ну вот да, я его как-то ощутил. В основном не попадало по крестику. А вот ты знаешь, как делаешь? Уф, и потом смотришь. Вот так вот. Хуяка потом. А если бы делал, ты бы посмотреть. Потому что после этого действия, вот когда вот этот бэкфист обратка, надо сделать раз и туда еще закинуть, еще посмотреть, что происходит. То есть тык и добавляем. А если еще ноги можно, то вообще можно бам-бам-бам-бам. Бух. Давай, Максим, пойдем. Да, ты мне тогда несколько лет обещание уже обещаешь. Пойдем. Да хорош ты минутку не ссыкуй. Давай, я один раз подрался. Хорош, успокойся, все, успокойся. Ладно, так, успокойся. Никита, если посмотрит, отдохнет, Сергей Сергеевич, вас вообще не горит. Здесь больше, да, здесь больше, смотри, технически попробуй сделать. И я тебе разрешаю без этого, без обиды, еще прям проколотись. Мне интересно тоже, как ты понакидываешь, да посмотришь. Я не могу, так. Никак ты ну, не позволяет. Дай просто посмотрим. Уважение просто к вам. Все правильно, ну я же сам прошу. Старше. Все правильно, я же сам прошу. У нас просто сделать. Воспитание такое. Да, конечно, молодцы, я же сам прошу, Никита. Ну, это тоже как бы не правильно. Смотри, какая штука, не гони. Вот смотри, я чтоб ты не переживал. Вот стукни меня. Да не могу. Давай. Стой, ну иди сюда. Не могу это. Погоди, да как не можешь. Ну, смотри, успокойся. Раз, два, вот, видишь? Ты. Посильнее чуть-чуть. Может, ты просто не просто. Давай, ладно, хорошо. А ты вот так закрывай. Давай. Грудь, вперед. Да, бум. Еще посильнее. Во. Вот так же можешь сделать? Вот так же можешь бить? Ну, Вася, это неприятно. Тебе неприятно бить меня? Да, я не знаю. Вы старше, не могу это. Ну, ничего.
Никита, а хорошо. Когда дерешься, нет, есть другой прикол. Мути, да, просто ну, на перчатках. Просто другой прикол. В жизни может случиться так, что просто какой-нибудь попутающий человек скажет, ты пиздюк, иди сюда, есть курить, а? Есть курить? Если бы вот такой ко мне подошел, ну, я бы... Ну, а чё, а чё? А? Ой, вы старше меня! Я пошел купил, да? Я пошел. Нет, он бы начал боевую убийцу. Слышь, дядь, ты откуда, из какой норы вылез вообще? Кого тебе курить, да? Чё ты рассказываешь мне? Все, успокойся, давай. Все, не гони. Не пере... Хороший, успокойся, Максим, вообще не переживай. Никита смотрит, Сергей, Никитос, слово даю, 1/3 скорости силы, Максим, я тебе слово даю, не гони. Лады? Давай, Макс, все. Ты, вот так я буду, а ты можешь поинтереснее, пободрее. Макс, перемещайся влево, не уходи с зеленой территории. Ну да, там, там козябра живет. Атакуй, Макс, ну вот иди. Нет, он атакуй. Не хочет, он хочет... Почувствовать, каково это. Я не хочу, не хочу. Максим, будешь атаковать, он тебя зажмет. Да я у меня... Мне неприятно. Давай, давай, успокойся, все. За 4 года вспомни, да? Артем, ты отоспалкой гонял, а это как бы в моем лице просто Артем Станиславович. Артем Станиславович. Гонял по отжиманиям, по подтягиваниям. Давай, 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 давай. Прям мышцу. Эти мышцы, блин, братан, прости, пожалуйста. Ногами тоже можно бить? Защищайся. Я увидел это. Ага. А, ты, короче, Никите в пах бьешь, но сам защищаешь, чтобы в пах не получилось. Маша, да атакует ее. Да, ну, он атакует мысленно. Он психотехника у него. Без контакта. Ты что убиваешь? Тебя атаковать надо. Давай, давай. Никитос, подержи друга, брат. Давай, он, да ну это просто вообще не помогло. Все, собери, стой, знаешь как? Смотри, Максим, погоди. Стань, погоди. Закрой глаза. Успокой, что ты? Закрой глаза. Расслабься. Ну-ка, братан, соберись. 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 Давай. А? Конор! Конор, я тебя не узнаю. Конор, что с тобой, брат? Конор Макгрегор. Конор, ты же лицо UFC, поехали. Да-да-да, нормалек. Вот я такой, во. Макс, атакуешь, он немного отходит. Пока ты будешь сам бегать назад, он так и будет тебя прижимать. Уже больно начинает. Чего Максим куда-то бежал? Мне бы очень хотелось бы показать вам, как вот эта пластун, как она действует. То есть давайте прикинемся 5 секунд. Сейчас покажу момент, который, может быть, как забивают, как это. Но я не буду, на самом деле, сильно бить. Просто как происходит сражение, когда дрит быстро. Готов? А может, не Никита? Не, ну Никита, он же в трусах стоит, он переоделся. Он и хитрого Сергея Сергеевича. Пять! И так бам, и все там. Или, например, другой вариант. Нет, нет. Нет? Ну, пойдем. Здесь всякое может быть, да, там переживания и прочее, и прочее. На самом деле, знаешь, я здесь такой очень важный момент. Не столько играет важность возраста, сколько внутреннее понимание. Возможно, я за это огребу. То есть, если я сейчас ударю, вот недавно приезжали тоже парняги, и как бы мы тему такую развили. Когда с Дашей что? Или... Нет, нет, потом еще. Да это с Дашей там это. Пиздец. Они сами просто перепутали все и повели себя так, что им пришлось потом это очень грустно за это все быть. Это отдельная тема, и потом, я надеюсь, все-таки они появятся, мы еще обговорим дальше с ними, потому что вопрос, который возникли, вот именно отношение ко всем, в их лице, ко всем. Другое. Человек говорит, блин, ну вот я тебя бью, ты же меня сильнее бьешь. Я говорю, конечно, я тебя бью сильнее, ты меня сильнее. Вот это прям потом ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да, я помню один раз, как вы вот с Сергеем Сергеевичем подрались. Это даже не самый такой, нет, да, это нормальная тема была, когда он по стене, да, если размазывался, это нормальная тема была. Но это не самое страшное, что Серега испытывал. Есть другие такие моменты. Знаете, что самое интересное? Так же на кулаках все происходит. Человек меня несколько раз ударил по лицу. То есть он вполне нормально для него это было ударить по лицу. Но я ему потом сказал, через несколько дней, там через 2 или через 3 дня он вдруг он приезжал. Я вот объясняю, почему по лицу ну, лучше друг другу не бить. У меня, во всяком случае, если мне попадают удары по лицу, и это не какая-то спортивная дисциплина, и не какая-то вот нарушение, вернее, да, или там тем более на улице, у меня возникает желание заебашить, блядь. Так у всех, по-моему. У всех, да. Вот именно удар по лицу. Вот представляете, какая настолько у нас настроена психика наша,
что если мы попадаем не в голову, а именно в лицо удар, все, люди, либо два варианта, либо люди прячутся и начинают, ну, переживать, плакать, либо просто вот это, блядь. А я видел типы, там дискотека в свое время была, ну, нет смысла называть ее, закрылась. Вот, нормальная такая дискотека. Не, Росинка, а, Росинка закрылась тоже? Да, да, ну, слава богу. Нет, другой, покруче Росинки, пообъемнее, здесь прям рядышком было. А, в общем, там, ну, всякие драки происходили, реально, там люди как на сафари приезжали подраться, подраться, просто Саратова, там, с центряков разных, там, такие движухи. Был, сейчас, знаете, на районе есть вот этот магнит, не магнит, пятерочка сделали, вот недалеко от Дружбы. Такой большой пятерочки или магнит, что за магазин? Магнит. Там раньше был Спутник кинотеатр. Там, да. И туда, блядь, ебашились, туда люди прятались в этот кинотеатр, чтобы не забили. Я, в общем, видел такие сцены, когда парня бьют, он вот так вот начинает плакать в лицо, а потом слезы, там вот это все кровь перемешивает. Вот так вот летит, вот так летит. И просто, ну что делать? Ну, его бита остановила, прям бах. Надо быть готовым ко всему. И возраст, поймите, возраст не должен быть какой-то вот... Вот это самое переживание возраста может... Например, это не должно быть тормозом. Не надо, поэтому не надо ебашить человека там забивать. Просто умение применить свою силу правильно. Вот крепкий хват. Нет, не годится сказать, дядь, успокойся, блядь, ну отъебись. Не знаешь, что там ты ему делаешь, человек начинаешь ломать. Начинает там дрочками что-то дергать, и сказать, да успокойся ты, хороший, блядь, я же с тобой нормально разговариваю. Ты что, да, все, успокойся, братан, все. Если уж когда вы скажете, успокойтесь, надо руку жать никому, если уж вы отвернулись, вам там в спину, или плюют в спину, или еще хуйню вытворять. Конечно, она может сделать, то лучше не быть, не дай бог кого-то приберете, парни. Это, блядь, можно отъехать в разных смыслах. От семьи того, кого вы повредили, это будет ненависть дикая ко всем, к нашим детям, к родным, ко всем. Просто, блядь, взять человека, прибить, и это будет помнить всегда. А вот, например, туда ушатать грудачок раздать или по пузу, может быть, даже кто-то хулиган обкакается, понимаешь, или там несколько человек буквально обсерются или обоссутся. Это нормальная тема. Уметь пробить точки. Почему? Голова, она настолько хрупкая, да, просто лицевые вот эти вот кости, их можно, блядь, поломать, там они могут нос пробить и прочее, китост, да, молодец. Что-то потерял, да, в карманах. Я про тебя вопрос задаю, когда парень начинает, вот так вот. Что-нибудь раз. Стоит, что там наше? А что? Да, интересно, Серега, а что? Такой, блядь, это хорошо, ты что там начешиваешь? И так ведь люди, знаешь, там, заинтересован, да, а что такое, блядь, странновато выглядит. Я не говорю, что вы так делаете. Это выглядит странновато. Ладно, парень, не хулиганьте, ладно? Да. Вы красавчики, молодцы, все нормалек? Да. Все забрали, телефоны, мелефоны, руки, ноги целые, головы целые, крестики, цепочки, да, всякие приштучки. Миша, не зажил? Шпер. Почти. Да, зажил. Ну, спина. Спина, да. Я не про то, про Бивона его, а вот и сейчас последнее. Потихонечку. Ему бы, вот которые мы делаем упражнения простые, да, вот вы бы ему сказали бы еще и на улице турники крутить, ну нашел бы силу вписки, что-нибудь продумать, просто прийти сюда, хотя бы ему сказал бы, что поделать. Дома валик какой спать, как мягкий у нас. О, как я делал, когда я помню. Покатать был... под спину, да. Давай, да. Потому что это сейчас юному возрасту, сколько, 15 лет, да? 14? Да. Это такой возраст спину, как и у Егора. Какого октября? Третьего. Все, парни, ведите себя хорошо. Всем здравия. Надеюсь, до скорой встречи. Все, до свидания.
что, Серый, собираемся? Да, поехали. Что, нормалек все самочувствие? Ну, рекорд в 20-ку, Артем, видишь, ну все поверили, да? Все поверили, что ты сможешь сделать, надо постараться. Сам ты в себя поверил? Да. Смогешь же? Надеюсь, да. Ну давай сейчас попробуем рвануть. Да не, я сейчас уже все, ты что, у меня сил не осталось. Молодец, молодец. На параллельных или вот здесь попробуешь? Сюда пофигу. Иди вот сюда, иди сюда. Просто. Попробуй подпрыгнуть вот сколько, 10 раз. Просто подпрыгай еще до груди. Да. Оп. Оп. Вот. И все, не гони. Вот так вот, да. Пока делаешь, скажи, пожалуйста, от стены расстояние до перекладины там есть? Или он прям вплотную к стене вот так приделан? Просто если поворачиваться к нему, к стене лицом, держаться и ногами упираться, как вот здесь мы делаем столбы, тоже как один из вариантов с тренировки. Вот видишь, молодец, червольчик. Красавчик. Сейчас ты можешь рассказать, что ты общался с Денисом. Секунду. Так, сегодня у нас какой? 19? Ой, отставите. 17, да? 17 октября, 23-й год. Будьте здоровы, до свидания.